Всем привет! Сегодня переселил щеглов на улицу вольер. Они у меня сейчас три щегла. Было два, привез еще одного. У одного что-то вон там с лапой. Он сидит, которого с выставки привез. Вот, сфокусировал. Ну и вот они двое. Вольер сейчас на улице, он у меня стоит, и тут в нем прожили два года, два сезона попугаи. Два сезона в нем прожили попугаи летом. Ну сейчас попугайчник я построил. Теперь здесь у меня будут щеглы. Он покрашенный, пролакированный. Ну вот, за два года видите, как новенький. Как я его делал, есть видео на моем канале. Так что кому интересно, смотрите, он переносной. Метра два в длину. Наверное, метра полтора или метр. Ну, полтора метра, наверное, в ширину. Так, ну вот здесь у меня кормушка. Сейчас покажу. Вот она кормушка. Отсюда снизу открывается, чтобы вообще не залазить сюда к ним. Здесь у меня вода. Мучной червяк. Они дали мучного червя. Ну вот, что-то поели, что-то не поели. Поклевали. Вон там, по-моему, что на земле. Вон там валяется мучник. Вон мученик ободранный лежит. Поэтому едят. Так что сюда еще, наверное, перенесу Амадин. Сейчас птенцы, которые будут вылупляться, будут, наверное, здесь. Ну и может и канарейки здесь тоже будут. А для щеглов потом я там, как говорил, поставлю место. Вот тоже любит. Щеглов. Голуби кончились. Теперь смотрит на щеглов. Хан, ты птичек любишь, да? Конь, блядь. Ты смотри на этот, не залезь на клетку. Багира. Вот она, Багира. Ну ладно. Так что птица переехала сюда. У нас уже как? Сегодня какое? 12 марта. Ну, в принципе, сегодня ночью было минус 13. Сейчас плюсовая температура. Стоит снег. Щеглы-то у нас сибирские, живут на улице круглый год, так что им ничего не будет. Я думаю, блин. Из-за сетки не фокусируется. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока, на днях сниму про вылупились там цыплята у меня в инкубаторе у курей. Молодняк, молодки мои, кто смотрит, уже процентов 50 несутся. Хозяйство, короче, потихоньку, ну, развивается. Вот он, попугайчник мой. Строю, штукатурю. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока, скоро увидимся.